Чисто в первую очередь там, где не мусорят. А чистота в городе зависит не только от того, как интенсивно убирают улицы Новосибирска. Одна из неизбывных проблем – это строительные площадки. Конечно, в том случае, когда глину и грязь с этих строительных площадок на своих колесах вывозят машины. О том, как моют колеса самосвалов и грузовиков, на прошедшей неделе показали новосибирским журналистам. Эта стройплощадка на улице семьи Шамшиных – одна из 300 действующих на территории Новосибирска. В соответствии с правилами благоустройства города, каждый девелопер обязан соблюдать определенные требования к производству работ, следить за безопасностью, чистотой и порядком на стройке. В том числе в надлежащем виде содержать ограждения строительной площадки, прилегающие 5-метровые территории к строительной площадке, в том числе в обязательном порядке обеспечивать мойку колес автотранспорта, выезжающего с территории, если автотранспорт имеет, соответственно, какую-то грязь на колесах. Исполнение этих требований контролируют районные администрации и сотрудники профильного департамента. Нарушителям грозят санкции. Для этого у нас предусмотрены административные штрафные санкции к подрядчикам. То есть прошу вас в случае выявления таких фактов незамедлительно обращаться в районные администрации, информировать нас. В свою очередь гарантирую вам быструю ответную реакцию. Не должно быть мусора, должны быть обеспечены проходы для граждан. Если это непосредственный проход примыкает к строительной площадке, то должен быть навес, ограничивающий попадание каких-либо строительных материалов туда и, не дай бог, причинение вреда нашим жителям. Не менее важно для поддержки чистоты в городе и то, чтобы выезжающие со строек грузовики не разносили на колесах грязь по дорогам. Особенно актуальным этот аспект становится в период осенней распутицы. Впрочем, многие застройщики не просто ответственно относятся к обустройству своих площадок, но и используют этот момент для поддержания имиджа компании. Мы к этому уже привыкли, и у нас в компании высокие стандарты чистоты. Стараемся делать все то, чтобы организация прохода вокруг площадки была комфортной для жителей. Процесс помывки колес у нас устроен лоток для приемки грязной воды и стоит керхер. Когда подъезжает машина, сотрудник подходит и каждое колесо обмывает. Он дежурит на посту мойки колес, в том числе в свободное время он следит за прилегающей территорией. Рейды по строительным площадкам города продолжаются. До конца года проверяющие должны посетить все действующие стройки. Новосибирцев также призывают не оставаться в стороне и сообщать о нарушениях санитарных норм в районные администрации.